Далее. Всем привет. Одну штуку можно сказать точно по итогам этого фестиваля. Когда-нибудь мы научимся делать онлайн-трансляции из Zoom в YouTube. Сегодня это не получилось. Ну и ладно, в следующий раз получится лучше. Это видео, которое вы посмотрите в качестве завершения фестиваля Кубит в 2020 году. И меня зовут Тимур Жабаров, и я генеральный директор смарт-курса. И мы вместе с командой Арконик и несколькими другими командами прекрасных ребят постарались сделать так, чтобы последние пару часов были для вас максимально полезными для того, чтобы почувствовать чуть лучше, подумать чуть лучше, подольше про STEM-профессии, про ближайшие шаги в своем развитии, позадавать себе вопросы, выделить 25 минут, 50 минут, полтора часа времени на то, чтобы спросить себя, о чем мне правда хочется делать, и подвести некоторый внутренний итог целого года работы внутри программы «Люби, делай». Я очень рад, что это, в общем, случилось, потому что в текущих условиях, когда все очень быстро меняется и не очень понятно, что действительно будет происходить завтра, я очень рад, что у нас получилось такое мероприятие все-таки собрать. У меня есть только расстройство от того, что у нас не получилось собрать мероприятие вживую и увидеть все эти 400 человек, и вам не получилось увидеть друг друга в одном большом зале, как мы это делали в прошлые годы. Очень надеюсь, что в 2021 году пандемия отступит, или мы научимся создавать опыты дистанционные, которые будут создавать ощущение единства для большой группы людей. Я хочу еще раз, друзья, поблагодарить вас, участников программы «Люби, делай», команды, которые, учителей и школы, которые в этот вот очень сложный год выбрали дать больше энергии, сильно проявить отвагу и продолжить проводить программу, которая изначально рассчитана для живого взаимодействия внутри класса, в дистанте. Вы огромные молодцы. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что в эту программу включались, потому что я прекрасно понимаю, что 100-500 тысяч разных штук, которые свалились на вас в онлайне за последний год, никто, в общем, на это не подписывался, никто к этому не был готов. И вообще этот год поставил огромное количество разных вопросов. Никто не обещал, что на них будут простые и понятные ответы. В следующем году мы, я надеюсь, продолжим работать вместе с вами и с другими школами, и с другими командами в Самаре и в других частях России. Прямо сейчас мы работаем над тем, чтобы подготовить программу «Люби, делай» к запуску в дистанционном и смешанном режиме. Надеюсь, это получится. И я хочу пожелать вам, друзья, чтобы вне зависимости от того, что происходит за пределами вас, в вашей семье, в вашей школе, в вашем городе, в нашей стране или на всем земном шарике, чтобы у вас получалось сохранять устойчивое внутреннее собранное состояние, ставить цели, задавать себе сложные вопросы, находить на них ответы и двигаться вперед вне зависимости от того, что бы ни происходило. Это сложно. Многие ситуации дестабилизируют, но в конце концов то, что ты делаешь, зависит по чесноку только от тебя. Это звучит, в общем, как дешевая ура-мотивационная лекция. Я совсем не хочу, чтобы это звучало именно так, или чтобы именно таким образом это ощущалось. Но я понимаю, что в завершении этих двух часов и этого странного года мне хочется пожелать тебе именно этого. Вне зависимости от того, что бы ни происходило снаружи, продолжать опираться
задавать себе сложные вопросы, искать на них ответы и опираться на тот внутренний голос, который тебя ведет в STEM, в гуманитарии, в то, что социально приемлемо, одобряемо и всеми поддерживается, или в любую другую точку, если ты ощущаешь, что тебе нужно идти именно туда, двигайся, и будет разворачиваться та самая жизнь, которую ты можешь назвать своей. Qubitfest 2020, смарт-курс, Arconic, много разных людей, которые постарались для того, чтобы этот год и это мероприятие случилось. Огромная благодарность командам, огромная благодарность школам и учителям и бесконечная благодарность вам, дорогие участники, за то, что это происходит. Спасибо и до встречи в новом году, в 2020 или 2021, как уж сложится. Счастливо!